Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня, как я и обещала, мы поговорим о зеленых коктейлях и как правильно подобрать для них траву. Первая трава – это, конечно же, пырей. Вот, видите, пырей. Это злостный такой у нас сорняк на огородах, с которым все борются. И никак не могут его победить. Но он очень полезный. Вот. Много в нем хлорофилла. Много в нем полезных веществ. Вторая травка, это же, конечно, одуванчик. Мы его рвем, кладем в корзинку. Он, конечно, горьковат. Может показаться невкусным. Но зато он очень-очень полезен. Третья травка. Видите, ромашка лекарственная. Естественно, мы тоже ее рвем. Собираем для нашего коктейльчика. Вот, видите? А теперь переходим к четвертой травке. Это, конечно же, лопух. Лопух обязательно должен быть в нашем зеленом коктейле. Он очень полезный. В нем тоже есть горечь. Он тоже кажется невкусным, но он очень полезный. Особенно для людей, которые больны онкозаболеваниями. Это очень-очень хорошее такое вот растение, которое лечит и, скажем так, предотвращает онкологию. Мы его тоже, вот видите, кладем в нашу корзину. И да, еще бы забыла сказать о растении таком. Вот, полынь. Да, вы скажете, это же очень-очень горькая трава. Это, ой, как это пить, вообще нереально. Ну, в принципе, я вам, знаете, что скажу, что да, это очень горько, это очень, можно сказать, невкусно, но полынь очень хороша тем, что она прогоняет всех паразитов из нашего организма, поэтому чуть полына, в принципе, в наш коктейль можно положить и не помешает, знаете, выпить такой коктейльчик, даже пусть это очень горько. Кладу его тоже в нашу корзинку. Дорогие друзья, вот и собрали мы нашу корзинку с растениями для зеленого коктейля. Значит, еще раз повторю, что в этой корзинке. Значит, пырей, лопух, ромашка лекарственная, одуванчики, немного полына. Идем делать вкусный, полезный, здоровый коктейль для нашего организма. Вот мы уже на кухне. Зелень, как видите, я хорошо промыла. И хочу несколько слов сказать о пользе зеленого коктейля. Самое главное, в нем содержится настоящий хлорофилл. Видите, вот какие красивые зеленые листочки, сочные. Вот такие вот прям, не знаю даже, если вам видно, не видно. Прям насыщенный такой вот красивый зеленый цвет. Вот. И этот хлорофилл, я хочу заметить, не в баночках, не в таблетках, а живой, натуральный, из растений, сразу в ваш стакан. Чем полезен хлорофилл? Во-первых, он увеличивает количество эритроцитов. Во-вторых, он стимулирует иммунитет, очищает и ощелачивает организм, улучшает состояние сосудов. А также хлорофилл, самое главное, это кислород для наших клеток. А теперь приступим к приготовлению зеленого коктейля.
напоследок я хочу сказать: пейте зеленые коктейли, будьте здоровы и за милых дам!